Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю видео конники до того, как стали блогерами, потому что я подумала, что моя жизнь изменилась после того, как я стала блогером, коноблогером. Ну что ж, начнем. Слушай, сейчас тебе такое расскажу. Короче, слушай. И к концу тренировки у меня стало получаться, и... Ну, в общем, как-то так. Ого, клево. Конь себя вел классно. Прям, ну, очень хорошо. Ты читала мой пост? Слушай, что-то времени не было читать. Почему твой ты пост не читала мой пост? Как можно ладно, не читать ладно, мой пост? Ладно, ладно, я сейчас пойду и пост. Прочитаю твой Быстро пост. Быстро иди читай мой пост. У меня сегодня такой насыщенный день был. Прости, ты пожалуйста. Закачаешься. Блин, вот черт, спала ведь, блин, вся мы грязь, ну просто ну как, вот ну как, я теперь домой-то пойду, все вещи, все грязное, да господи, да как же я это домой-то принесу, да все стиранием, как же морда какое. Так, скорее домой, скорее собираем вещи, скорее, будет о чем написать пост. Вот же, блин, ни одной нормальной фотографии даже в Инстаграм нечего выложить. Так, фотки какие-то вроде есть, для поста пойдет. А то пост без фоток вообще не катит. Господи, вот ну просто, ну вот что вот они с лошадью вытворяют, вот просто я не понимаю. Неужели я бы ради каких-то просмотров стала вот такое сделать с лошадью, ну это же просто какой-то кошмар, это просто, ну я не знаю, что за люди. Так, посмотрим, чего хочет народ. Хм, я готова выполнять ваши вызовы. Ты занимаешься конным спортом? А у тебя своя лошадь? А как ее зовут? А порода? А масть? А возраст? А где купила? А сколько стоит? Конкур или выездка? А из какого ты города? А как называется твой... Господи, как же надоели эти глупые вопросы. Господи, пожалуйста, прекратите писать. Итак, это были все мои ситуации на тему конники до того, как стали блогерами. И если вам понравился данный формат, то давайте наберем под этим видео 200 пальцев вверх, и тогда я сниму продолжение. И надеюсь, вам понравилось это видео, опять же. Всем пока!